головы. Смотрите, угу. Значит, у нас цель подбородок сделать чуть-чуть острее, да? Угу. Угу. Поэтому максимум, который сможем, будем вводить вот здесь, в эту область. Угу. Если я ошибаюсь, вы меня поправляете. В этой области, да, чтобы вытянуть. Вот. Для того, чтобы это сделать максимально эффективно, я предлагаю использовать веерную технику. Угу. Веерная техника, не сепарация, угу. не какие-нибудь угу. там настри вкола. Да? А вот у нас точка центральная, угу. определяете по вколу. И веерная техника. Мы ввели и на обратном пути препарат положили. Ввели на обратном пути препарат. Ввели на обратном пути угу. препарат. И таким образом мы прорабатываем всю вот эту поверхность. То есть это будет большой веер. Угу. Если сможете руку развернуть сюда, тоже сделайте пару штук. А надо вниз? Она не будет, наоборот, у меня второй подбородок увеличиваться. Второй нет. Нет? Вот здесь второй да. подбородок. За политиками то, что вот Маша говорила, убирать. Угу. Это вот нужно здесь. Потом будет а мы еще вот здесь на кости работаем. А, окей. Понятно, да? Угу. Одна точка и стараемся, как мы на курицу утром делаем. Из нее максимум здесь сделать. До кости не доходим. Мы сделаем поверхностно, ну, в обычном слое как работаем. И потом посмотрим, останется ли на болюс. Угу. Если останется на болюс препарат, то мы введем препарат и просто болюс найдем. Хорошо. И вот он еще дополнительно распределится. Пропустила, пока наносила. Вдох. Угу, на обратном пути, да. Посильнее чуть. В общем, я смотрю, веерная техника, она везде, да? Ну, это просто веер. Мы веером сегодня, кстати, не так много и работали. Да. Это не сепарация, да? Ну, я поняла, да, но она актуальна, я смотрю, веерная не меньше. Угу, угу, хорошо. Все уже. Все. Угу. И все это дело вот таким вот образом мы собираем. Вот так вот все собираем. В острие, да. Угу, сами. Ну, отлично получилось, кстати. Все, звезда, не вижу. Клеопатру сделаю. Он же